Я приношу почтительный поклон прекрасному Бхактивиданте с вами. Шри Кришне бесконечно дорог он, поскольку только в Господа влюблен и осенен всегда его стопами. Поклон тебе, смиренный ученик Госвами Сарасвати, Шри Чайтани. Распространяя Господа послание, ты смело в страны Запада проник, освобождая население их от всех идей безличных и пустых. Захватывающий дух этих невинных чудесных дней движения сознания Кришны. Эти замечательные, искренние человеческие существа великого духовного движения. Они были невежественны и неквалифицированы. Они даже не могли правильно выговорить его имя. Но, хотя они не говорили этого, они чувствовали в своих сердцах, что он их единственная связь с Кришной. В этом темном, полном одиночества мире. Но это было потом, а сейчас... Же слишком стар, чтобы ехать в Америку. Он там ничего не добьется. Зачем ему ехать в Америку? Он должен закончить работу здесь. Я вижу, человек твердо решил отправиться в Америку. Послание Господа Кришны там. У Свами слишком слабое здоровье. К тому же люди в Америке не слишком отзывчивы. Скорее всего, они не станут его слушать. Я прошу вас дать мне один билет. Свамиджи, вы в таком преклонном возрасте взваливаете на себя непосильную ношу. Вы не боитесь? Я не боюсь. Известно ли вам, что думают об этом мои секретари? Они говорят, Свамиджи умрет в Америке. Я прошу вас дать мне один билет. Хорошо. Как только вы получите разрешение
на выезд от Государственного банка, я отправлю вас на одном из наших кораблей. Благодарю вас. года эту каюту, согласно записи в судовом журнале, занимал Шри Абхайчарана Равинда Бхактивиданта Свами, 69 лет, взятый на борт с бесплатным билетом и питанием. Каюта довольно удобная. Спасибо Господу Кришне, подсказавшему Сумати Морджи сделать эти указания. Здесь мне очень удобно. Но уже 14 августа в дневнике появилась запись. Морская болезнь, головокружение, тошнота. 23 августа. Бенгальский залив. Проливной дождь. Тошнота усиливается. 23 августа. Корабль вошел в Красное море. Здесь Бхактивиданта Свами ждали суровые испытания. В дневнике он записал. Дождь. Морская болезнь. Головокружение. Болит голова. Работа. За два дня Бхактивиданта Свами перенес два сердечных приступа. Он мужественно сносил страдания, помня о своей миссии. Но после двух сильных сердечных приступов подумал, что третьего он не переживет. Пятница, 10 сентября. Сегодня не кончает, и я чувствую себя несколько лучше. Но испытываю боль разлуки с Вриндаваном, с моими повелителями, Шри Говиндой, Гопинатхой, Радхой. Мое единственное утешение – Шри Чайтанья Чаритамрита, читая которую я наслаждаюсь нектаром лил Господа Шри Чайтанья. Я оставил Харатапхуру только для того, чтобы исполнить наставление Бхактисиддханты Сарасвати, выполняющую волю Господа Шри Чайтаньи. Здесь, вдали от Вриндавана, я уповаю
лишь на их милость. 19 сентября Джалатута вошла в гавань Нью-Йорк и пришвартовалась к бруклинскому пирсу у 17-й улицы. Бхактивиданта Свами увидел мрачные очертания небоскребов Манхэттена и статую свободы, повидавшую на своем веку миллионы таких же, как он, приезжих и иммигрантов. О мой Господь! Ты так добр к этой никчемной душе. Но я не знаю, зачем ты меня привел сюда. Теперь ты можешь делать со мной все, что тебе угодно. Я догадываюсь, однако, что здесь у тебя есть какое-то дело. Иначе, зачем бы ты привел меня в это ужасное? О, мой Господь, я марионетка в твоих руках. И раз уж ты привел меня сюда танцевать, так застал меня танцевать, Господь, застал меня танцевать так, как ты этого хочешь. Абхай Чаранаравинда Бхактивиданта Свами, я представитель Бюро путешествий. Меня за вами прислал господин Агарвал. Американка Салли жили в Батлере уже несколько лет и считали, что им удалось занять в обществе определенное положение. Круг нашего общения состоял в основном из интеллигентных людей. И он их совершенно покорил. Они понятия не имели, о чем его спрашивать. Для этого им просто не хватало знаний. Это было как видение, сошедшее со страниц книги. Кому могло прийти в голову, что в чьей-то гостиной в Патлере они увидят живого Свами? Это было просто потрясающе. Он был такой умный и всем очень нравился. А его чувство юмора, он всегда казался таким серьезным, но при этом обладал удивительным чувством юмора. Несмотря на суровый вид, он был необыкновенно обаятельным. К нам все время приходили друзья, и они курили. Но он говорил: «Ничего, не обращайте на меня внимания, потому что он понимал, что мы другие. С ним ни у кого и никогда не возникало никаких проблем». Я чувствовала, что он очень близок мне. Он всему радовался, и я любила его. На мой взгляд, он был совершенно потрясающим. С вами Прабхупада выступал перед самой разной аудиторией. Он прочитал лекции Христианскому союзу молодежи, духовной семинарии, а также регулярно беседовал с гостями Агарвала. Он понял, что американцам вполне можно проповедовать, и поэтому он отправился в Нью-Йорк. В Нью-Йорке у Прабхупады не было ни одного знакомого, но у него был адрес и номер доктора Рамамурти Миши. Мишра принадлежал к числу тех, кого называли «Свами из богатых предместий». Посвятившись, Упада, Бхактивиданта Госвами, буквально подарил меня своей любовью. Он был настоящим воплощением любви. Тем временем я сильно болел. И он буквально вернул себя к жизни. Он давал мне просады.
освященные ключи. Там была жизнь. Он приходил и говорил: Бхагават просял об этом. А я отвечал: чудесно. Немедленно греша. Бхагаваданта с вами временно зависел от расположения знакомого его Майавади. Его принимали благосклонно, но видели в нем угрозу. Доктор Мишра не мог позволить, чтобы его ученики... слушали славословие Господу Кришне. Февраля Бхактивиданта с вами переехал из студии йоги доктора Мишры в свою собственную комнату двумя этажами ниже. Здесь негде было готовить и даже мыться. Теперь он мог рассчитывать только на самого себя. Бхактивиданта с вами познакомился с господином Рубином, работающим машинистом метро. Он как будто бы знал, что у него будут храмы, наполненные преданными. Он бывало посмотрит вдали и говорит: я не бедняк, я богач. Храмы, книги уже существуют, только время отделяет их от нас. Он всегда говорил «мы» и говорил о своем духовном учителе. В то время он в Америке никого не знал. Я никогда не бываю один. А мне казалось, он очень одинокий человек, и потому смотрел на него, как на святого. Он чем-то напоминал пророка Илию, который скитался всегда в одиночестве. На то время я думаю, что у него не было никаких последователей. Принадлежали к некоему мистическому братству, и все до одного увлекались восточными учениями. Когда молва докатилась до парадокса, об этом узнали все его посетители. Компания, собиравшаяся в парадоксе, была молодой и жадной до всего нового. Не в пример пожилой консервативной публике, посещавшей до этого лекции Бхактивиданты с вами. Мами Бхактивиданта стал собирать вокруг себя совсем другую публику. Он находил их на Бауэре и даже на каких-то чердаках. Они приходили в нелепых шляпах, закутанные в серые пледы. И мы их побаивались. Но людям, которые собирались у него, мы казались странными. До этого
духовные учителя из Индии собирали вокруг аудиторию старшего поколения. Они кормились за счет богатых домушек. Но Свами же сразу же переключился на аудиторию, которая была моложе и беднее. Все самое главное происходило в Нижнем Сайде. Он нужен был там, в центре. Центр – это было то, что нужно. И те, кто там был, уже созрели для этого. Там кипела жизнь! И творились настоящие дела. Однажды, когда активизанты с вами не было дома, кто-то проник в его комнату и убрал магнитофон и пишущую машину. Больше с вами же не хотел возвращаться в свою комнату, и ему предложили мансандру на Бауэре. Знакомый электрик предостерег его, что Бауэре не место для приличного человека. Однако Бахтеридан-то с вами был непреклонен. Переводил на английский язык Шримад Бхагаватам. Его долг состоял в том, чтобы проповедовать сознание Кришны. Поэтому он мог жить где угодно. Новость о переезде с вами на Бауре распространилась достаточно быстро, и люди стали приходить по вечерам, чтобы вместе с ним петь мантру. Абьяса йога юктина, читаса нанягамина, парам пурушам дивям, Яти Бардхану Чинтая. Бхагавад-гита, 8 глава, 8 текст. Тот, кто медитирует на меня, как на верховную личность Бога, и чей ум постоянно занят мыслями обо мне, не отклоняется от пути. О, Партха, непременно придет ко мне. Может показаться, что медитировать на Кришну очень сложно, но это не так. Повторяя Махамантру, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Это совсем не сложно. Кришна не отличен от своего имени. Повторяя Махамантру Хари Кришна, например, на улице, мы можем обнаружить, что Кришна идет вместе с нами. С помощью звука мы можем общаться с Кришной.
звуком мы можем общаться с Кришной. И чтобы подтвердить этот метод, не нужно никакой специальной подготовки. Нет надобности даже знать санскрит. Для посетителей программ на Бауэре звук стал духом, а дух – звуком. И поэтому музыка стала для них синонимом медитации. Но для Бхактивиданты с вами музыка без имени Бога была чувственным наслаждением. Он не возражал против их увлечения звуком, напротив, он давал им истинный звук. Я рад сообщить вам, что наш мистер Дэвис иногда говорит мне: «Свамиджи, если бы знали, как я хочу духовной реализации. Терпение, терпение. И это обязательно придет. Если у тебя есть такое желание, Кришна непременно поможет тебе. Он находится в твоем сердце. И просто хочет увидеть, насколько ты искренен». Первое время Дэвид и Свами жили очень мирно. Наркотики. С вами много раз говорил ему, что марихуана и галлюцинации не имеют в духовной жизни ничего общего. Но Дэвид, казалось, его не слышал. Он все больше и больше отдалялся от Свамиджи. И однажды, приняв дозу ЛСД, он совсем обезумел. Это дело. Иначе зачем бы ты привел меня в это ужасное место? Карл Йоргенс? Вас беспокоит Бхактивиданта Свами. Случилось нечто чрезвычайное. Да. Я могу приехать к вам. Центральная улица. В 5 кварталах от Гауна. Благодарю вас.
что Бхактивиданте с вами движет духовная сила, и очень хотели помочь ему получить собственное помещение, где он мог бы осуществить свою духовную миссию. Сейчас Свамиджи зависел от них, но они знали, что он не нуждается ни в чьем покровительстве. Его хранит Господь. Добро пожаловать! Вас ждут бесценные дары. Вывеска осталась с тех времен, когда в этом помещении находился антикварный магазин. Не знаю, что ждет меня здесь. Только я увижу благоприятный молодые американцы, которые иногда не в себе, все-таки смогут влиться в движение Сангхирта. И кто знает, может этому дому суждено стать тем самым местом, где удастся заложить фундамент международного общества сознания. Несколько лекций поговорите. У меня есть одно место. Я сомневаюсь, насколько оно подходящее. Может быть, вы можете пойти посмотреть? Да, конечно же. Бесценные дары. Лекции по Бхагавад-гите. Понедельник, среда, пятница. С 19 до 21. Ачей Бхактивиданта с вами. Итак, вы с вами? Это неплохой район? О, да, несомненно. Но я хотел бы послушать ваши лекции. Тогда вам стоит прийти. У меня есть еще друзья, которым было бы тоже интересно. Да, очень хорошо. Вы должны привести их. Хорошо. Понедельник вечером. Откуда он? Из Калькутты. Может быть, он приехал за нами следом? В магазинчик на 20-й авеню? Он интересуется, хорошее ли соседство? Баури! Каково его учение? Бхагавад-гита. О, это должно быть интересно. Он гуру, аватар или кто? С вами гуру, кто его знает? Ну хорошо, давай сходим и узнаем. Все, что нужно, еще один гуру. Может быть, это он выпускал эти странные вибрафоны в Индии?
Может быть, так или иначе, давайте посмотрим его. Вы привели друзей? Да. Очень хорошо. Когда мы папу с вами зазвенели тарелочки, мы вдруг почувствовали, нечто необыкновенное. Это был еще один шанс улететь. Мы просто хотели отключить свой ум и понять, что дает это пение. Мантра уже ассоциировалась у нас с мистическими упанишадами и Гитой. И хотя мантра нам казалась экзотикой, было ясно, что с вами возносят какую-то древнюю молитву. Смотрите на всех этих пророков! Эй, Будда! Так, дверь закрывает как. Оставьте ее открытой. Сегодня мы будем говорить об абсолютной истине. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Все эти имена Бога – трансцендентные семена Махамантры. Кришна не отличен от своих имен. Совершенно непроизвольно, потому что такова наша природа. Чем бы мы ни обладали, неважно чем, нам следует это предложить Кришне. Есть ли вопрос? А могу ли я Кришну видеть своими глазами?
Да. А почему бы и нет? Только сначала вы должны приобрести квалификацию. Вы должны сначала... Вы должны сначала очистить свои чувства. Слушание и воспевание. Кришна не отличен свое имя. Так что вы на самом деле можете общаться с Богом. Просто постарайтесь понять. За присутствие с вами, за его лекции и киртанов все начали называть магазинчик храма. Но это по-прежнему было пустое и убогое место, торговое помещение. Кейт и Оли решили сделать с вами сюрприз. Вы выбрали именно это. Почему? Хотя вы и не помните это, вы были преданы в предыдущей жизни. Теперь из милости Господь Чайтанья пришел. Это очень благоприятно. Мистики из Нижнего Иссайда не могли отличить Ханумана от кота. И Бхинзли из Индии своей гашишной мечты. Изображение Господа Чайтаньи Махапрабху, даже не догадываясь, кто он такой. Сейчас их сердца открылись с вами. И Бхактивиданта с вами знал, что пение мантры и лекции о Кришне навсегда обязательно изменят их к лучшему. Как насчет секса? Секс? Только со своей женой. Секс предназначен для рождения детей в сознании. Лучше забыть об этом. Ага, то-то и оно. Лучше не помнить об этом. И лучше не думать об этом. Лучше просто повторять Хари Кришна. Тогда вы спасены. Но столько много беспокойств. Это просто... Это было доказано, что удерживать себя
от сексуального порыва опасно. Есть теория, гласящая, что войны происходят из-за... Из-за того, что люди едят мясо. У нас будет войны до тех пор, пока люди будут продолжать есть мясо. А когда мужчина ест мясо, он также будет иметь незаконные половые связи. У нас пугает всех такой философией. Но он же не говорит, чтобы мы не занимались этим. То, что говорит с вами же, это самый язык. Все гуру не поощряют секс. Разве не так? Это подобно тому, как говорит ребенку не писаться в штаны. Просто поймите. Вы тонете в океане материальных наслаждений. Духовный учитель подобен хорошему капитану. А Бхагавад-гита подобна отличному кораблю. А Махамантра Хари Кришна подобна попутному ветру. Так что вам следует воспользоваться столь многими благоприятными вещами и просто пересечь этот слез. Когда вы предаетесь Кришне, материальный океан становится не больше лужицы из-под телячьего копытца. Они уже считали его своим духовным учителем и доверили ему руководить ими в их духовной жизни. И пусть они еще не могли следовать многочисленным правилам, начало было обнадеживающее. Он вел киртаны в самозабвении, раскачиваясь со стороны в сторону. Шел по двору в храм, а из храма обратно домой. Или же с улыбкой часами обсуждал философию. Он был единственным творцом и хранителем пока еще крошечного оазиса сознания Кришны в Нью-Йоркском Нижнем Иссайде. Я готовил только для свадьбы. Он научил меня готовить замечательный дал, рис и сабджи, трехсекционный паровар. Поначалу этого хватало для одного-двух гостей. Но вскоре гостей прибавилось, и свадьбы велел мне готовить больше. Джордж Бернард Шоу написал книгу. Она называется «Вы есть то, что вы едите». Вы то, что вы едите. Мистер Шоу был вегетарианец. Очень знаменитый драматург, да? Да, очень знаменитый. Но мы не просто вегетарианцы. Мы вегетарианцы, потому что Господь Кришна сказал: «Патрам пушпам палам то ям, йоме бахтя прячхати, тадахам бах упахритам, ашнами прайдет мана». Бхагавад-гита, 9 глава, 26 текст. Листок, цветок, плод, немного воды, предложи мне с любовью и преданностью, и я приму. Он не говорил предлагать ему мясо. Если бы он сказал: «Предложите мне немного мяса», мы бы сделали это. Но он не говорил так.
так что мы едим овощи, фрукты, зерновые и молоко. Этого достаточно. Я хотел бы, чтобы каждый из вас ел как можно больше. Просад. Никому не позволяется просто сидеть, копаться в своей тарелке. Почему ты не ешь? Возьми еще. Когда я плыл на корабле в вашу страну, я думал, неужели американцы будут есть? Освобождает от влияния майи. Кроме того, это здоровая, вкусная и пряная пища, не чета американская. Это так же здорово, как петь киртон. Съел и улетел. Да-да, наш метод не сухой. Он полон сока, полон нектара. Нужны добровольцы для мытья посуды. Вечером, в конце лекции, Свамин же делает объявление, что вскоре будет инициация. Это рождает волну обсуждений и предположений. Так а о чем, собственно, идет речь? Я так понимаю, что это определенная формальность. Это значит, что мы официально принимаем Свамин же как духовного учителя. А еще чего? Ну, никто толком не знает. Нам нужно подождать. Тогда увидим. Это такая традиция в Индии принимать гуру, понимаете? Но он уже наш гуру. Чего изменится? Свамиджи упомянул что-то об огненном жертвоприношении. Огненное жертвоприношение? Что же планирует Свамиджи? Чем больше мы узнаем, тем больше мы понимаем, что нас заводят какие-то неизведанные духовные сферы. На следующее утро, после лекции, Карл поднимает руку. Свамиджи, многие из нас задаются вопросом, что же на самом деле значит инициация? Инициация? Теперь я вам расскажу. Инициация означает, что духовный учитель принимает ученика и соглашается отвечать ему. А ученик принимает духовного учителя и соглашается почитать его как Бога. Ошеломленные, все погрузились в задумчивое молчание. Взорвись, бомба! Это не шокировало бы нас больше. Он просто взорвал мой ум и мой тоже. Да за неделю до этого с вами же говорил, что если кто-нибудь объявляет себя Богом, его следует считать собакой. Да. С вами же мы в замешательстве. Мы не понимаем, что на самом деле означает инициация. Вы говорили, что предполагается духовный учитель. Мы должны почитать его как Бога. Это значит, что ему вам следует оказывать все почтения, какие оказывают Богу. Значит, он Бог? Бог – это Бог. Но духовный учитель так же хорош, как и Бог, поскольку он может дать вам Бога. Это ясно? Да, легче. Ваш вопрос указывает на то, что вы серьезны в своем понимании. Ясядывая пора актив, ядхадывая татхаурау, таситекар китанта,
Прокашанте Махатмана. Только тем великим душам, которые имеют непреклонную веру, как Господа, так и духовного учителя, открывается вся истина духовного знания. И хотя мы не великие души, обладающие великой верой, мы были удовлетворены тем, что с вами же не собьет нас с пути. Инициация планируется на 9 сентября, наиболее благоприятный день после Джанмаштами, дня явления Господа Кришны. До тех пор у вас есть время решить. В тот день большинство кандидатов ученики уже несколько часов подряд нанизывали на шнур деревянные бусины. Привязав один конец шнура, они нанизывали на него по одной бусине. И затем завязывали тугой узел. На каждой бусине они один раз повторяли мантру Хари Кришна. Делая это, они занимались преданным служением, повторяли мантру и делали четки для посвящения. Каждый раз, когда они надевали очередную бусину, они думали, что делают что-то необыкновенное. Да, теперь у вас есть четки. Вы должны воспевать 64 круга ежедневно. 64 круга, чтобы произнести четко одно слово мантры, на один круг мне понадобится 5 минут. 64 круга – это больше 5 часов. Это невозможно. У нас никогда не будет на это времени. Хорошо. 32 круга. Невозможно! Но это слишком для нас. Мы никогда не сможем делать этого. 16 кругов. Ну хорошо, 16. Но не менее. Самое лучшее воспевать все свои круги с самого начала дня. И даже когда мы идем в ванну. Конечно же, когда вы идете в ванну, вы не берете с собой четки. Но повторять мантру вы можете всегда. Мы купили вообще-то бумажную ткань. И покрасили ее в шафран в ванной с вами же. Потом мы разрезали ее на широкие полосы. Для одежды. Стэнли! Ты зашел слишком далеко. А я ставлю длинные волосы. Мы принадлежим поколению длинноволосых. Да! Алью. Люди думают, что они будут очень красивы, если просто будут носить длинный волос. Такого мнения Шримад Бхагаватам. С вами не потребовало ни от кого обриться или просто постричься и даже поменять одежду. И никто не предложил с вами же традиционную гурдакшину, подношение, которое делает ученик в знак великой благодарности своему учителю. Бхактисиддханта с вами прекрасно знал образ мыслей своих учеников и старался ни от кого ничего не требовать. Мы попытались нанести на ваштавский тиртхану. Мой гуру Махарадж никогда не пользовался зеркалом, но ее тело было всегда совершенно. И хотя этот древний ритуал был для нас таинством, память же, однако, превращал его в совершенно естественный и совершенно уместный. Единственное, что мы знали о церемонии инициации, то, что это будет огненное жертвоприношение –
древневедическом стиле. Кришна и Арджуна сидели в одной колеснице. Но Кришна знал, что Кришна Всевышний. Мы тоже как бы в одной колеснице с Кришной. Эта колесница – это материальное тело. А в сердце присутствует Господь Кришна, как сверхдуша. Несмотря на то, что мы все ищем вечное счастье, мы находим одни лишь страдания. И когда вы начинаете задумываться о причине этих страданий, наступает время обратиться к истинному духовному учителю. Мы не предназначены для страданий. Мы предназначены для вечного счастья. Мы не являемся этой грубой материей. Мы – духовная душа. Неотделимая часть Господа Кришны. Пожалуйста, по одному, передавайте мне свои четки. Говор. Ты начинаешь вот здесь и повторяешь на каждом бусину махамантру. Вот так. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Итак, до сюда. Здесь ты не перепрыгнешь. Ты разворачиваешься и повторяешь в обратную сторону. Вот так. 16 кругов в день, твое имя Хайри. Нама Вишну Падая Кришна Приштая Путале Шримате Бхактивиданта Свами Нитинамине. Пока я повторяю это, я чувствую, что все вокруг становится ярче, светлее. Так, будто вся комната ярко сияет, и время множества рождений исчезло. И сострадание, и милости духовный учитель поглощает греховные реакции ученика. Следующий Май Грант. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Становится Мухунда. Следующий. Джей. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Становится Джанки. Следующий Оли. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Становится Мопати. Как классно, когда тебе дают свои чётки. Следующий Карк. Становится Карлопати. Следующий. Рой. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе.
время становится края рам. Следующий. Белый. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Становится Равиндра Сварупа. Как все-таки классно, когда тебе дают свои чулки. А сейчас киртан. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Что значит мое новое духовное имя? Хаягрива – это инкарнация Кришны. Она исходит с Сатиры, золотой век. Хаягрива – это птица-лошадь, и когда он дышит, из нее исходит ветер. Но это не так, что ты Хаягрива. Нет. Ты Хаягрива Дас. Дас означает слуга. Мы все слуги Кришны. Я тоже из вопроса. Мы получили духовное посвящение. Мы должны что-то поменять в нашей жизни. Да, верно. Все, кто получил посвящение, обязаны выполнять 4 правила. Не есть мясо. Не употреблять одурманивающих средств, не играть в азартные игры и не вступать в недозволенные, незаконные, половые отношения. Шок! Все эти правила заставляют нас задуматься. Никто ничего не говорит. Я очень рад, что вы наконец спросили меня об этом. Чего нам остается делать? Жаловаться? Возражать? Как это вообще возможно? За ночь изменить привычки целой или нескольких жизней? Если бы мы искренне желали изменить свои жизни, мы бросили бы себя к стопам Господа Кришны и положились бы на Его защиту. А что мы знаем о Кришне? Мы можем видеть только перед собой с вами же. Все то, что бы не препятствовало сознанию Кришны, должно быть отвергнуто, говорит он. А все, что помогает, должно быть принято. Перед чистотой с вами же. Мясоедение, секс, азартные игры, интоксикации выглядят поистине отвратительно. Это все анархи. Ненужные вещи. Он так твердо убежден в одном. Кришна – Бог. И эта его убежденность, она заразительна. Именно она становится основой нашей веры. Если Кришна увидит, что вы делаете к нему один шаг навстречу, он сделает 10 шагов навстречу вам. Он так счастлив видит, что вы повернулись к нему. Приближается полночь. Приближается полночь, и мы все расходимся по своим квартирам. 11 до этого ничего не подозревавших людей. Собранных странным святым человеком с чужой земли, возможно, даже из другой вселенной. Связанные его желанием распространить сознание Кришны.
Я Грива. А я Грива. А я Грива. Век ты Кришнин. А это ошейник собаки Кришны. И он не снимается. Я хочу сделать воспевание в одном из парков поблизости. Воспевать на публике? Поскольку с вами же горело желание пойти, то мы в конце концов согласились. Мы решили, что Вашингтон Сквер наиболее подходящее место. Нью-Йоркцы даже притормаживали свои автомобили, чтобы посмотреть на 10 молодых людей. Идущих за святым индусом. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Они были невежественны и не квалифицированы. Они даже не могли
Правильно вы говорите его имя. Но хотя они не говорили этого, они чувствовали в своих сердцах, что он их единственная связь с Кришной в этом темном, полном одиночества мире. Но это было потом, а сейчас... Вам там понравится. Со временем мы отправимся.